Привет, с вами Питер Гриффин, вы смотрите... На нашем канале ваше любимое шоу в их природной первозданности. Так, я иду в магазин. Заказы будут? Да, купи мне шахматы и кепку с козырьком назад. Мне завтра поднимать дух школьников из гетто. Так, Дариус, покажи, где король. Правильно, это ты. Питер, Лоис пытается спустить все на тормозах, но думаю, она будет только рада, если мы организуем ей праздник. Или даже вечеринку-сюрприз. Отличная идея, Брайан! Да, я люблю вечеринки. Например, мне очень понравилось на моей предродовой днюхе. Ну, открыв все ваши подарки, я бы и сам не прочь выпить винца. Буль-буль-буль-буль, представляете? Простите, у меня гормоны как с цепи сорвались. Какого дьявола? Ну, здравствуй. Честное слово, ты такой милашка. Уверен, мы станем добрыми друзьями. Между нами незримая связь, как у всех лысых парней. Еле дождался, когда он выйдет. И я. Папа, как ты выманил маму из дома, чтобы мы подготовились? Крис, я построил детально проработанный фальшивый продуктовый магазин. Боже мой, огурцы всего за 39 центов? Верно, мэм. Ого, просто невероятно. Что здесь происходит? Руперт, что у тебя с глазом? Брайан, это ты вытащил глаз Руперту? Нет, зачем мне? Может, это черепаха? Чепуха, Шелдон очень добрый, он и мухи не обидит. Моей дорогой Лоис, в день ее рождения. Вместе мы прошли большой путь. И знаешь, не бывает жизни без перемен. Что раньше было парой твердых, волнующих горных вершин, ныне оползни из грязи и пустых пород, сползающие все ниже. Что раньше было сочным розовым бутоном, теперь имеет форму раскуроченного окурка от взорванной шуточной сигары. Питер, уже хватит. Пусть ты уже не та молодая кобылка, которую я когда-то встретил, но ты по-прежнему моя надежная старая пахотная лошадь, изо дня в день готовая тянуть плуг, помогать на ферме, изредка дающая мужу коню себя стегать. Пожалуй, все. Я люблю тебя, милая. Привет, шалавы. ОМГ, хватит на меня зырить. Спасибо, чмоки. Лоис, что случилось? Случилось я, Питер. Я осветлилась, прошлась по магазинам и подтянула. Теперь она уже... Питер, кажется, у Лоис кризис среднего возраста. Начать это на пляж! Да, Шелдон, я с тобой. Я не могу. Что за дела? Мама ведет себя и одевается, как 20-летняя. Да, и я за нее волнуюсь. Притворство никого не доводило до добра. Да, спроси хоть у Эдварда руки-ножницы. Хорошо. Я отличный ночной нянька, так что вы спокойно ложитесь спать и ни о чем не волнуйтесь. А когда вы проснетесь отдохнувшие и посвежевшие, ваша крошка будет улыбаться вам, как утреннее солнышко. Она умерла. Да! Порезался! Бритва? Кто додумался закладывать страницы бритвой? Очень смешно, Стюи. Что? Как что? Ты подменил мой Джек Дэниелс диетической колой? Неправда. Что-то в последнее время много странностей. Вчера Питеру кто-то воткнул шутиху в зад. Ля-ля-ля-ля-ля, все как всегда. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, кто подменил мои очки вилками? В них отлично видно вилки, но больше ничего. Ого, Лоис, ты чего удумала? Засади мне, Питер. Засади прямо здесь, внизу. Подойди и поцелуй меня. Займемся сексом на чистом уложенном белье. Ах, Питер! А, Питер, да. Ах, я вся горю. Возьми меня, грязный ублюдок. Раскатай меня вместе с прачечной. Вот, возьми в рот, лифчик Мэг. Боже, это так непристойно. Да уж, гадость. У меня слух гораздо лучше вашего, и я слышу сосание, и не только. Сучки рулят. Извините за порчу имущества. У моей жены переходный возраст.
бойся, Стюи. Это просто черепашка. Она тебя не обидит. Вылетайся! Делай, что хочешь, а я еду на другую вечеринку. Моя жизнь не закончилась, она только начинается. Не хочешь скакать с дикими лошадками? Возвращайся в конюшню и ложись спать. Лоис! В этой дурацкой химчистке потеряли мою одежду! Это не химчистка, а ночной клуб. Правда? Ну, это многое объясняет. О, вот моя песня! Том, я здесь, в Куахокском муниципальном центре, буквально купаюсь в бассейне неполовозрелой увлажненности. Мы любим тебя, Джастин! Смотрите! Мама! Боже мой! Какого черта? Да что это? Нам теперь надо искать новую маму? Нет, Крис. Я постараюсь вернуть старую. Раз я ее до этого довел, мне все и исправлять. Брайан, ключи! Крис, пиво! Мэг, мымра! Руперт! О, боже! О, боже, нет! Если это он, клянусь, я убью его! А откуда тут коробка из универмага Блумингдейл? Я не знаю, кто это. Извините, вам сюда нельзя. Правда? Не интересует. А что интересует? Пингберри. Люблю свою работу, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Привет, симпатяшка. Привет, как дела? Вы подружка моей мамы? Снимай штаны и все, милый. Да ну стоять! Отойди от нее! Питер! Отвали от моей жены, мелкой яйцей, красавчик! Слышь, клянусь, ничего не было. Расслабься, старикан. Старикан? А ты, значит, будешь вечно молодым, засранец? И ты, Лоис, меня тоже достала. Сейчас же пойдешь домой и начнешь жить по возрасту. Мама, Питер, я это все затеяла, чтобы сделать тебя счастливым. Ты и так делаешь меня счастливым, Лоис. Ты лучшее, что есть в моей жизни. Как трогательно. Но признай, я уже не та. Так и я тоже. Раньше я был укротителем львов. Так-так, смотрите, кто приполз. Вот черт. Нет, нет, нет! Боже мой, Супер Марио, ты что тут делаешь? Я прыгаю на черепах, Стюи. Жизнь не особо интересная, но другой у меня нет. Извините, что я так чудила из-за своего возраста. Да ерунда, Лоис. А на будущее запомни. Я люблю тебя такой, какая ты есть. К тому же 35 вовсе не так много. Питер, мне 43. Вон из дома.